15 августа – престольный праздник Успенского собора в Санкт-Петербурге. В этот день торжественное богослужение в нем совершили два епископа архиепархии Божьей Матери – Павел Пеци и Николай Дубинин. Праздник, установленный в честь взятия на небо Богородицы, предваривший всех людей, древний, но всегда актуальный. Учитывая ситуацию, в которой мы живем, очень важно знать, что ни одна капля нашей крови будет потеряна, что все волосы у нас сочтены. И это значит, что то место, которое Христос готовил уже для нас, это место, где наша человечность будет расцветать полностью. Торжество Успения – это напоминание каждому христианину, что наше Отечество на небесах, где перед обличием Бога все объединены любовью. Торжество Успения, по традиции, день освящения плодов земли. Это время подведения итогов перед началом нового душепастырского года. Это своеобразный момент подкрепления сил перед новым насыщенным этапом жертвенного служения ближним и страждущим, которых немало в это время.